В сентябре закрылся кабачок, следом за ним с октября посетителей перестало принимать кафе «Мимино». Волна докатилась и до популярного и относительно нового ресторана «Зебра». По информации отдела торговли и услуг Мозырского райисполкома, его двери закрылись в начале ноября. «Зебра» радовала горожан больше 2,5 лет. Ресторан был ориентирован на гурманов восточной кухни, а также на любителей итальянских блюд. Открытие ресторана состоялось в марте 2014-го. С 8 ноября 2016-го ресторан официально закрыт. Причем без перспектив на возобновление работы. Сегодня в Мозыре осталось 79 объектов общественного питания, доступных для любого посетителя. Это рестораны, бары, кафе и столовые. Для сравнения, в 2014 году их было более 120. В ближайшее время мозырянам придется довольствоваться тем, что осталось. Новых точек общепита открывать не планируется.